На календаре 30 декабря до Нового года осталось немногим более суток. Чем занимаются в это время шымкентцы, мы узнаем чуть позже. А чем занимаются мои коллеги, мы узнаем с вами прямо сейчас. Прямо сейчас. Сейчас 12 поедешь, разбай его берешь, сразу машину Дедкину возьмете и едете. Все. Так, коллеги, давайте быстрее, где дневные новости? Это Алимхан. Он у нас и ведущий, и журналист, а теперь еще и координатор съемок. Алимхан, как и все, готовится пораньше уйти домой. К слову, сегодня каждый из работников студии хотел бы побыстрее написать сюжеты, а еще их нужно и смонтировать, и, конечно, показать в новостейном выпуске. В режиме сейчас работаем нон-стопа. Активно. Сами журналисты хотят. Но мы видим, ты сидишь. Да, я-то здесь как командир большого флота, да, я только на кнопочки нажимаю, телефона вы туда, нет. Я тоже очень занят. Но журналисты очень стараются, пока что не очень. Но я надеюсь, они быстро напишут текст, смонтируют, поедут домой, к семьям, ну, праздновать, подготовиться ко встрече Нового года. А сейчас мы находимся на самой оживленной улице Шымкента. Это проспект Аукехана. Вы видите, сколько людей заняты предновогодней суетой. Мы сейчас узнаем, куда же они все спешат. Вот, здрасте, девушка. Здравствуйте. Скажите, вот куда вы спешите? У вас уже подарки? Я набрала уже подарки своим родным и спешу домой. Кого хотите поздравить с наступающим? Я хочу поздравить всех жителей Шымкента. Но в частности хочу поздравить свою маму. Маму с Новым годом. Хочу, чтобы в Новом году у тебя все получалось. Ты была здорова. Праздник сейчас, я готовлюсь к празднику, там надо собрать, купить много вещей, подарки там и так далее. Если честно, всю ночь не спал и вот бездельничаю. В этом году, впрочем, как и в прошлом, снега в Шымкенте на Новый год нет. На улице плюсовая температура, но несмотря на отсутствие главного атрибута зимы – снега, у жителей настроение праздничное. Рынки Шымкента гудят, словно пчелиный улей, даже картина и в торговых центрах. В городе повсеместно проходят праздничные мероприятия. Одно из них мы решили посетить. Балрум Шымкент. Елка уже готова. Сегодня здесь проходит съемка «Голубого огонька». Причем впервые. Пока готовится съемочная группа, приезжают уже именитые гости. Сейчас мы постараемся с ними и поговорить. Всем нам, южноказахстанцам, шымкентцам, чтобы Новый год был одним из самых удачных годов в нашей жизни. А тебе, Шудин, доверяю от имени Деда Мороза поздравить всех наших земляков. Всего. С Новым годом. Спасибо. Всех южноказахстанцев хочется поздравить с наступающим Новым годом, пожелать в наступающем году счастья, благополучия. Уже завтра, 31 декабря, шымкентцев ждут новогодние мероприятия. С 11.30 до 14.00 новогодний утренник для детей. С 15 до 18 массовые гуляния. С 18 до 19 концертная программа, подготовленная учащимися средних и высших учебных заведений. А с 19 до 24.00 праздничная концертная программа, подготовленная творческими коллективами города и, конечно, дискотека. А ровно в полночь на площади Аль-Фараби мы вас всех ждем. Гостей и жителей города ожидает праздничный салют.